Астраханцы с ограниченными возможностями здоровья могут проголосовать, не выходя из дома. Представители участковой избирательной комиссии придут сами 8 сентября в единый день голосования. Для того, чтобы проголосовать дома, нужно подать заявку. Их принимают до 8 сентября включительно. Для этого нужно отправить заявление почтой в адрес участковой избирательной комиссии или просто позвонить по телефону. Если сам избиратель в силу возраста не может написать заявку, за него это сделает ближайший родственник. Важно указать имя, фамилию, отчество избирателя, адрес проживания и причину, по которой нет возможности лично прийти на избирательный участок. Это может быть болезнь или инвалидность. Член участковой избирательной комиссии выезжает к вам для голосования на дом. Данное голосование предусматривает и наблюдателей, которые могут отслеживать, смотреть на процедуру голосования. Факт выдачи избирательного бюллетеня член участковой избирательной комиссии удостоверяет своими двумя подписями. Заполнив избирательный бюллетень, избиратель опускает бюллетень в переносной ящик для голосования. У представителя комиссии листовки и плакаты с краткой информацией о кандидатах. Заявку можно подать до 14 часов 8 сентября. Время работы комиссии с 8 утра до 8 вечера. Сегодня секретарь участковой избирательной комиссии приехала к Елене Ивановне Горбуновой, ветерану Великой Отечественной войны, участнице Сталинградской битвы. Она подала заявку по телефону и в единый день голосования сделает свой выбор, не выходя из дома.